Почта России и Наринмарский объединенный авиаотряд в 2021 году продолжает совместно доставлять населению Ненецкого автономного округа корреспонденцию по совмещенным маршрутам, так называемым кругорейсам. Дополнительное соглашение о совмещенных маршрутах было подписано между предприятиями еще в прошлом году. Первый почтовый кругорейс был выполнен 25 ноября 2020 года. Он доставил груз из Наринмара в Индигу и Коткино. Всего в 2020 году отправлено 74 почтовых рейса, из них 9 кругорейсов. Общий вес доставленной корреспонденции за год составил 85 тонн. Теперь кругорейсы стали привычным для жителей отдаленных населенных пунктов округа, которые связаны с Наринмаром только авиасообщением. 1 июля при отправке очередного кругорейса в окружные села в Наринмарском аэропорту побывала съемочная группа телеканала «Север». Это так называемый кругорейс совершит авиаперевозку почтовых отправлений в Андерму и Каратайку и заберет почтовое отправление в этих населенных пунктах и вернется в город Наринмар. Благодаря доставке почты кругорейсами жители отдаленных населенных пунктов Ненецкого автономного округа получают посылки и письма быстрее, чем раньше. Теперь почта доставляется сразу, не дожидаясь полной комплектации груза для отправки чартерного рейса. В этом году с января по июнь совершили уже 25 авиарейсов и доставили порядка 34 тонн почтовых отправлений. Новые возможности доставки корреспонденции в условиях работы на Крайнем Севере положительно оценивают и почтовые работники. Соглашение по кругорейсам позволяет нам не дожидаться отправки почтовых отправлений на чартерном рейсе в одном направлении и решает две самые главные задачи. Первое – это ускоряет время доставки почтовых отправлений в села Ненецкого автономного округа. И второе – позволяет не накапливать почтовые отправления в сортировочном центре города Наринмара. Елизавета Кабанова, Александр Бобрикович, Владислав Носкин, телеканал «Север».